Запись. Какая жара! У меня на даче жара. У меня на даче цветы в придачу. А еще есть заповедничек. Ну, мы об этом позже расскажем. Потому что впереди у нас очень важное событие. У моей подруги Аэлиты день рождения. Ребенок, значит, рыбу удит, а мама, как настоящая артистка и певица, она занимается в своем будуаре, в своем отдельном домике красотой. То есть скоро придут там журналисты, придет к нам телевидение НТК, КТК, все они будут задавать вопросы, а когда вы начали петь, она будет рассказывать о том, как она стала творческой единицей, причем во всех аспектах. Ну, я понимаю, что уже позади уже редакторство журнала, и она достаточно успешная бизнес-леди. Но сегодня первый опыт, мы, конечно, очень сильно волнуемся, потому что мне, как подружке, нужно ее объявить и сказать: «Аэлита, жизнь твоя как Дольче Вита». Вот. И, наверное, угостить гостей.